Сегодня временно исполняющий обязанности губернатор Александр Ус встретился с победителем и серебряным призером Паралимпиады в Пхёнчхане Алексеем Бугаевым и его тренером Виталием Имбовым. Александр Ус поблагодарил спортсмена за победу и за то, что он достойно представил Красноярский край на мировой арене. В Южной Корее Алексей Бугаев завоевал золото за суперкомбинацию и серебро в гигантском слаломе. Спортсмен признался, победа досталась ему тяжело из-за полученной травмы и политического давления. Сезон был действительно сложный. В конце октября я только встал на лыжи после травмы. Поэтому, скажем так, он был сжатый очень. Тяжело не видеть его награждение триколор, не петь гимн. Но, как нам многие советовали, и мы придерживались этого правила, мы слушали его в наших сердцах, видели в наших мыслях. И особенно, конечно, радует то, что красноярцев было много в основной команде. И здесь... И действительно, по количеству медалей в сравнении с удельным весом населения в нашей страны, красноярцы, как всегда, что называется, на высоте, и как в самые тяжелые годы, так и теперь в мирное, мы благодаря вот таким людям, как вы, и являемся, что называется, опорой нашей державы.